Я думаю, что сейчас людям очень страшно, и они напуганы очень, особенно там, где стреляют. И люди даже из дома не выходят, а мы выходим, едем на работу сюда. Иногда отдыхаем, некоторые дни выходные. Ну, еще... Труппе нас ждут. Сейчас дети сразу в репертуар опять попадают, старшие девочки, Шопеняна и вечера балета готовят. Я думаю, что так интенсивно, если закончится бомбежка, то, дай бог, все наладится очень быстро. Что, в принципе, как бы культура нас с политикой никогда, ну, на одной ступени не стояла.